Тем временем внимание блогеров привлекло интересное изобретение – 3D-дудлер – ручка для свободного рисования в пространстве. Совсем скоро делать трехмерные рисунки сможет любой желающий. Разработчики новой ручки 3D-дудлер, которая адаптирует технологию трехмерной печати для набросков от руки, уверены, что ее популярность в ближайшие годы побьет все рекорды. Мир ожидает новая эпидемия. Миллионы людей будут воплощать свои самые смелые фантазии в трехмерных проекциях прямо из воздуха. Возможно, мы увидим рождение нового вида искусства. После некоторой тренировки ничто не ограничивает воображение художника. Ручка 3D-дудлер может быть использована для создания игрушек, украшений, аксессуаров и множество других полезных, ну или не очень вещей. Устройство работает как портативный 3D-принтер, использует ту же технологию и то же сырье для печати, а чтобы ускорить затвердевание чернил, есть небольшой вентилятор. В работе ручка проста и удобна, достаточно подключить электропитание и можно рисовать. Однако не следует забывать, что это не игрушка, а инструмент. Расплавленный пластик с температурой около 270 градусов Цельсия требует соблюдения правил техники безопасности. Вот первый образец – ручка для рисования в воздухе. Представьте, что вы рисуете на простом листе бумаги. Но теперь вы можете не только рисовать в одной плоскости, но и продолжить рисунок в высоту, придать ему третье измерение. Тем, кто не способен создавать сложные трехмерные скульптуры самостоятельно, разработчики предлагают набор шаблонов, по которым можно нарисовать детали для довольно сложных объектов, например, модели Эйфелевой башни. Проект уже собрал в 300 раз больше средств, чем было нужно для начала массового производства. Мне просто необходима такая штука. Хочу! Желающим обзавестись технологичным инструментом следует посетить ресурс kickstarter.com, где заказы принимаются уже на январь 2014 года. Цена без доставки – $75. Какими видами искусств и высокотехнологичными устройствами пользуетесь вы? Расскажите нам на сайте телеканала. А чтобы постоянно быть в курсе событий, подпишитесь на наши новости в социальных сетях. До свидания.